Только сейчас обнаружила, что, оказывается, в хэдкаунте можно задействовать диск Google. Входим в свой диск, выбираем тот документ, с которым хотим работать. Причем документ открыт для общего пользования. То есть любой пользователь может войти в этот документ, ссылку на который я могу предоставить, и начать вместе со мной рисовать. Попробуем начать трансляцию. Выберем для рисования линию, которая называется «Каракули».